Можно ли мужу давать деньги на бизнес? Готовы услышать? Когда ты даешь ему деньги, даже любому человеку, не только мужу, ты какая и какой он? Кто из вас больше и кто из вас меньше? Как себя чувствует мужчина, который понимает, что он меньше женщины своей? Что будет с его бизнесом, если он начал его с позиции маленького, взяв деньги у своей большой женщины? Тогда кто ресурс этого бизнеса, ты или муж? И кто хозяин этого бизнеса? Хозяин тот, кто дает деньги. И это твой бизнес. Угу. И тогда, пока он не вернет тебе эти деньги, он тебе должен. И у него будет чувство вины все это время за те деньги, которые он должен. И его бизнес станет уже частью ваших отношений. И чувство, которое он испытывает к тебе как к инвестору, инвестор всегда больше, чем тот, кого он инвестирует. Это все окажется в вашей постели. И ты будешь себя чувствовать всемогущей, а он себя маленьким мальчиком. Пусть ему даст в долг кто-то другой. А ты будешь как женщина рядом, за него, вдыхать в него. Никогда, ни при каких условиях женщина не дает мужчине. Вы можете дать, но у этого есть последствия. Вы никогда его не будете уважать. Особенно, если он вам не вернет сполна. Вы можете зауважать его только потом, если он вам вернет в 2-3 раза больше. С благодарностью. Скажет: дорогая, ты мне дала 1 000 000, и я тебе 10 возвращаю. И вот с этого момента у вас пойдут новые ресурсные отношения. А до этого момента